Всем привет. Проходим миссию дальше. Все, у кого есть вопросы, пишите в комментарии. Обсудим вместе. Так, наша основная задача удержать оба города в течение 16 ходов в наших руках. Я захвачу их не второй город, потому что не люблю, когда со спины будут нападать на нас. Южный город или западный, лучше сказать, лучше захватить. Потому что союзники все равно ненадежные, слабые, они не могут обещать нам, дать нам гарантию, что они удержат этот город до конца. А захватив ее, мы сами можем усерднее контролировать за городом.
лучше сделать вот так. Убиться оттуда вот нам. Для пикинеров берем специально генералы для пикинеров. Каждый генерал у нас что-то подточен.